Да, с кошками это интересная история, потому что это непростые животные. У них тут на Земле тоже немаленькие функции помощи в человеку прежде всего. Они наши помощники. Если она пришла, она почувствовала, где нужна ее энергия, и старается своей энергией нормировать ваши проблемы. То есть кошки – это наши очень близкие помощники. Самый яркий пример – это Будда, который еще когда-то начинал, и он, собственно, эту технологию просветления и претворял в жизнь. Потому что прежде чем, ну, как бы преобразиться, надо просветиться, то есть наполнить себя божественными знаниями мира. Это те люди, которые наполняют себя такими знаниями, становятся просветленными. А следующий шаг – это уже преобразование, преображение. А звезда души, ну вот не знаю, как вам объяснить еще. Вот это работа. Вот мы участвуем в работе, и вдруг это происходит. И у меня также это прошло. Она пришла, звезда, в виде световой голограммы. Мы с ней общались. Там такая любовь. Она просила меня все время вспомнить ее. Я начинал там говоряться, где, когда, оказывается, мы с ней, в общем-то, уже не 1 триллион лет знаем друг друга, а не то, что там те миллиарды, которые отводят нам нашу Вселенную, там 14 миллиардов лет, даже поменьше. Оказывается, триллионы лет мы друг друга знаем. Это тоже говорит о временных рамках реальности, потому что есть физическая реальность, но есть и не физическая реальность, а там уже другие масштабы времени. Она может состоять из многих звезд. Там же тоже соборный принцип действует так же, но иногда приходит такая звезда, в которой столько звезд, что мало не покажется. И вот это, но это не в плохом смысле, это в хорошем. Я, например, очень доволен тем, что у меня теперь есть такая моя личная звезда. Вот это очень важный момент, потому что мы начинаем работать через нее. Мы это уже попробовали здесь недавно, всего несколько дней назад мы работали через эту звезду, и мы видели, какие были очень мощные и, ну, раньше для нас как бы недостижимые следствия. Она очень нам помогала в работе и по здоровью людей, там, в критической совершенно ситуации. Так что желаю вам всем найти свою звезду. Она у всех есть. Все звезды космоса – это чьи-то души, поймите. Найдите свою душу на макроуровне, потому что она же не только на микроуровне есть, как искра Божья. Искра Божья и здесь, но и там уже большая искра. В виде звезды тоже горит. Ось по направлению к Отцу. Потому что есть как бы установка Отца, ну, к нам была она изложена, держите ось Земли прямо. Вот. Ну, понятно, а куда? Ведь раньше там, допустим, на полярную звезду ориентировались, на другую, на третью. Сейчас пришло время не физической ориентации, а духовной. И эта духовная ориентация может быть только в направлении Отца. Вот когда вы из своего сердца ось держите именно к Отцу, вот это и есть держите ось Земли прямо. Потому что через это и планетарная ориентация осуществляется самой Земли. Спасибо большое.